проснулись, пришла сразу к Сирику, соскучилась, что-то так соскучилась. Сейчас Реслика тебе сказала. Реслик, иди сюда. Теперь Сирика поймала. Сирик, ты скучал? Не хватает мне кошачьи ласки. Хотя мамина Ириска с нами спит. Реслюш, иди сюда. Тяжелый такой. Тяжелый такой. Зайка такой. Куда ты вырываешься? Вот, да, я проснулась. Лохматые такие. Встали сюда, сразу пришли навестить их. Еще не завтракали даже. Зайки. Мы завтракаем. Паштетик этот наш семейный. Всем приятного. Сюда Игоря показываю. Я. Просто легче всегда Игоря показать. Мальчик, ты что там дрыхнешь? Ты что, дрыхнешь? Дрыхнешь? Ай, на солнышке. Сегодня какой-то суетливый денечек. Я в работе. Созвончик был небольшой. Вот. Мама собирается сейчас на работку. Папа что-то там черешню рвет, вишню. Мама тут красит, сидит. Грёшка тоже там что-то какие-то свои дела мутит. Дядя у нас на речке купался, пришел. Вот. Что там, да. Что-то активность какая-то. У нас уж некогда ничего снимать. Тепло, жара сегодня. Такие облака красивые. Смотрите, Игорешка мне нарвал малинки. Классно. Блин, кончилась программа. Тут какой-то зверек был. Типа енотика. На Сириус похож. Кончилось. Я здесь работкую. Вот, по чуть-чуть тут всякие дела доделываю. Так ничего не охота что-то вообще делать. Бывает такое. Вот, тут еще дома суета такая. Кто-то что-то зовет, кто-то что-то спрашивает. Ох, Игорь свои дела поделал. Чуть-чуть отдыхать лежит. Вот. А я сейчас тут доделываю пару моментов. Мама блинчики напекла. Блинчики нам сделала. Может, блинчиков поесть с чаем. Может, тоже чуть отдохнуть. Ну, сейчас еще поделаю чуть-чуть делишки. Вот. Что еще хотела рассказать? Дядя у нас завтра уже уезжает. На речку ходил. Купался. Не знаешь, чем он говорил? Теплая вода, не? Теплая. Ну да, сейчас тепло, жара. О, так что так проходит на день быстро. Мы с мамой решили блинчики покушать. Мама такие вот желтенькие, красивые блинчики получаются. По какому рецепту? Как называется? Французский рецепт. Со сгущенкой, представляете? Так что всем приятно. Папа сегодня хотят там с детьми сварить уху. Буду им чистить картошечку, морковочку. Мама, потому что сейчас на работу уже. Так что чищу тут. Включу сейчас себе что-нибудь. Кто пришел? Голодный муж? Голодный? Голодный. Голодный. Шляешься где-то долго. Купался? Угу. Ну как? А, есть там? Народ там? Не купался. Не купался на речке? В пруду. В каком пруду? Где? Ты не купался вообще? Я не ездил на речку. Ну, что так долго? Все. Игорь будет смотреть гостевые дома на море. Искать. Да, Игорь? Мне показывайте, а я буду звонить. У нас такая секта. Секта. Ты такой серьезно. Папа сварил уху сегодня. С рыбкой. Нет. Я решила здесь полежать на этих, на поддонах. Такой видок. Цветы. Мама идет уху есть. Игорь выпустил. Сирик. Не знаю. Сирик, сейчас получишь. Не убегай. Не убегай, не убегай. Лежи. Наслаждайся природой. Там Игорь с Ресликом. Короче, садимся ужинать с Игорюшкой. Мама картошечку нажарила. И у нас салатик. Мама тут щи делает. Вот. Так что у нас тут... Ну сейчас зачем ты откладываешь, мы вдвоем? Поужинали. Игорь сидит в телефончике, смотрит «Джентльмены удачи». Мама там что-то делает. Щи готовила. Папе завтра на работу. Папа с детьми там с Игорем сидели, пивко пили в гараже. Вот, а я искала жилье. Долго, пипец, даже звонила.
не супер много вариантов. Вернее, вообще мало. Вообще ничего нет, можно даже так сказать. Минусы деревенской жизни — это то, что у меня в деревне всегда просто ужасные ноги, пятки. Нужно постоянно оттирать. Вот у меня лобнула пятка. Короче, у меня такая кожа нагрубшая стала. Хотя сколько это дней, всего ничего. Лопнула пятка, это так больно. У тебя вроде вот такая тоненькая там полосочка, но это вообще очень больно. Сейчас хочу попарить ножки, потом какой-нибудь мазью, может, лечебную, мам, что-то есть, помазать. Приготовила себе все. Ириска лезет. Ириска! Ррр! Тигрица! Вот, сейчас чайник закипит, чуть долью кипяточка, посижу, попарю. Есть у мамы тут такая волшебная штучка. Классно, оттирает. Посижу, чуть-чуть ототру. Да и отдыхать, наверное. Что-то смотреть, отдыхать. Так, кипит, кипит, кипит. Кстати, на моем канале... Сейчас я налью себе. Есть видео, если вы только недавно присоединились. Есть видео хаус-тур этого дома родителей. Можете посмотреть, если интересно. Ага, боишься? Если вам интересно, можете посмотреть, как вообще все в доме расположены, комнаты и так далее. Интересное. Так, сейчас закипит. Смотрите, что Игорь творит. Блин, мутит, как назло. А, вот. Игорь мутит блинчики. Да, Игорь? Он не ел сегодня. Мы с мамой кушали, а он нет. Приятного тебе. Спасибо. Спасибули. Всем приятного аппетита. Ни хрена себе, ты сегодня добрый. Он обычно ничего никому не желает никогда. Всем приятного аппетита. Так что да. И все почему? Теперь ты все блины испачкаешь сгущенкой. Может, я с икрой хотела. Почему? Пропитаюсь. А, с икрой, классно, попробуй. И со сгущенкой. Жень, давай, икру. Нет. Ну да, икру. Я пятку, блин. О, блин. Давай, сам. Хочешь икру, иди за ней. Я говорю, что гляжка. Тебе Игорь ест с икрой, блины. Игорь, ни хрена себе, ну, ты же, икра, ну, дорогая. Ты... Черный икра. Мама, ну один, блин, столько. Игорь, отложи. Я вот имитацию ест, да? Ага, ты забылся. Это на 3-4 блина бы. Дай сфоткаю красивую.